Сотрудники уголовного розыска Булатниковского отделения полиции МВД России по Ленинскому городскому округу задержали 39-летнего местного жителя, подозреваемого в краже мотоцикла. По оперативным данным, в дневное время злоумышленник увидел на одной из улиц в поселке Дрожино припаркованный мотоцикл иностранного производства и решил его похитить. Однако не смог его завести и откатил во двор своего дома. Там была блокировка руля, вот, насколько я помню. Вот, был заблокирован руль, но это не точно, я мог забыть. Вот. Но все равно это не помешало вору его узнать, даже если она там была, это не была. Сумма ущерба составила более 250 тысяч рублей. Полицейские установили маршрут передвижения похищенного транспортного средства и личность подозреваемого. В результате оперативно-розыскных мероприятий он был задержан по месту жительства. Человек попросил отогнать. Какой человек? Зовут Данил. Показал права. Сказал, дал 2000 рублей. Сказал, что до 11 дома мотоцикл я. А мотоцикл стоит возле 11 дома? Нет, я пришел в 11 дома и сюда пригнал, чтобы сообщить полиции. Сообщили? Полиции? Да. Нет, только из дома хотел уходить. Я вот только буквально час назад поставил. Сотрудники полиции быстро обнаружили похищенный мотоцикл, и транспортное средство было возвращено владельцу. Очень оперативно. Спасибо большое полицейским, оперативникам, следователям. Грубо говоря, я не успел составить заявление. Через пару часов мне уже звонят и говорят, мотоцикл найден. Я приехал и как бы на месте. Оперативники уже задержали, собственно, подозреваемого. В отношении задержанного следователем Следственного управления МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Видновским городским судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.